ангел мне сказал: иди, оставь их грады, в пустыню скройся ты, чтоб там огонь лампады тебе поверенный до срока уберечь. Русские святые, у их огня зажигала Русь свои лампадки. Преподобному Макарию Унжинскому и Желтоводскому принадлежит особое место среди русских святых. Родом из Нижнего Новгорода, согласно жития, преподобный очень рано принял монашество в Вознесенском Печерском монастыре. По прошествии времени, по благословению, он покинул обитель и ушел на северную границу Нижегородского княжества. В русском монашестве той эпохи считалось, что деятельность пастыря иноческой братии выше уединенного отшельничества, что большая заслуга послужить спасению многих душ, чем спасти только свою. Так думал и преподобный Макарий, основавший в Северной Фиваиде четыре обители на реке Лух, близ Решмы, Свияжска и на Желтоводском озере. Последний пятый монастырь во имя Пресвятой Троицы он устроил в гальческих пределах на реке Унжи, на месте, покрытом красивым сосновым лесом. И было это в 1439 году. Достигнув глубокой старости, преподобный приставился 25 июля 1444 года в возрасте 95 лет и был погребен в Макарьевском Унжинском монастыре. Со второй половины 15 и до середины 16 века унжинские и галические земли непрерывно подвергались опустошительным набегам огарян. В Ипатьевском монастыре Костромы хранится икона и рукопись «Житие и чудеса преподобного Макария Желтоводского», повествующие о событиях 1532 года, связанных с осадой Соли Гальческой. Огаряне во многой силе своей обступили град Галич, и воеваху на той крепко. Тогда жители обратились к чудотворной иконе преподобного Макария, и многие увидели в оградных воротах мужа честно, едущая на коне многолепетном, сединами украшена и вне града ездяща, горожан закрывающая от варвар ризою своею. И почитаться стал Макарий как небесный защитник и крепкий хранитель края. Трагические события смутного времени стали подтверждением тому. По преданию, юный Михаил Романов скрывался в годы лихолетия в стенах Макарьевской обители у Давида Хвостова. Став царем престола российского, летом 1619 года Михаил Федорович с матерью инокиней Марфой вновь посетили монастырь с благодарственным паломничеством. С этого времени пошло прославление преподобного Макария как общерусского святого. Особое почитание обители домом Романовых. Начался рассвет Макариева Унжинского монастыря. Большое каменное строительство. В 1664 году при игумене Нафанаиле заложили соборную церковь Святой Троицы. Пятиглавый храм был освящен в 1670 году. В том же году над местом погребения преподобного началось сооружение Макариевского храма. При рытье рвов под фундаменты были обретены мощи преподобного, вновь погребенные на том же месте. Благовещенская церковь в Шатровой колокольне, третий каменный храм, был возведен в 1677-80 годах. Здесь располагались монастырская библиотека и архив. Надвратную Никольскую церковь осветили в 1685 году, и это был четвертый храм обители.
Завершено же было строительство в 1735 году постройкой церкви во имя Успения Божией Матери. Так на высоком берегу Надунжи возник один из лучших архитектурных ансамблей России, называемый в народе «Лаврой преподобного Макария». Богатая история монастыря отмечена деятельностью еще одного русского святого. С 1675 по 82 год обителью управлял игумен Митрофан. Именно при нем была построена Благовещенская церковь с шатровой колокольней, в которой в 1883 году был устроен предел святого Митрофана. С образованием в России новых епархий игумен Митрофан был поставлен первым епископом Воронежа, где много способствовал сооружению первого русского флота, чем снискал признательность государя Петра Великого. Предвидя близкую кончину, святитель принял схиму с именем Макария и мирно приставился 23 ноября 1703 года. Царь Петр I приехал в Воронеж, лично распорядился похоронами и нес гроб его. До конца своих дней святитель хранил память о монастыре преподобного Макария. История обители – это и образование близ нее города Макарьева, в 1797 году ставшего центром обширного Макарьевского уезда Костромской губернии. Это и духовное просвещение края. С 802 по 80 год в его стенах пребывало духовное училище. В 1854 году высокое положение монастыря подтверждено было возведением его в ранг первоклассного. Первая мировая война – еще одна страница монастырской летописи. Здесь был открыт лазарет для раненых воинов. И вновь, как и столетия тому назад, женщины, старики и дети молились святого о защите и спасении России. И не знали они, что скоро, совсем скоро в молитвах своих будут просить они о защите и спасении самой святой обители. Революция 1917 года принесла монастырю столько бед и раззора, что до сих пор не залечены его раны. С колокольней Благовещенской церкви были сброшены колокола. В огне погибли иконостасы и иконы. Стерто с лица земли монастырское кладбище. Главная святыня монастыря, гробница преподобного Макария, была вскрыта, и мощи святого отправлены в Юрьевец. Погибли богатейший архив и библиотека, веками собираемая братьями. Отрезвление приходило долго. Лишь в 60-е годы началась реставрация монастыря и создание на его территории музея. Временем же отчета подлинного возрождения обители стало возвращение мощей преподобного Макария на Унжу 7 августа 91 года и передача епископам Костромским и Гальческим Александрам ковчега с мощами причту храма. Через несколько десятилетий молитва о спасении обители была услышана. В 1993 году было принято решение передачи Макариева Унжинского монастыря Русской Православной Церкви и о его возобновлении как женской обители, первой настоятельницей которой стала матушка Людмила. Впервые, когда мы приехали, здесь жили люди, поселившиеся здесь. Лет 40 назад, после закрытия монастыря, были мастерские по ремонту машин. И поэтому здесь целые бригады работали.
И они здесь и жили, в келейных корпусах. В Успенский храм первый раз, когда мы зашли, здесь не было ни дверей, ни окон, значит, окна были заколочены просто досками, а дверь была просто открыта. И мы впервые, когда заходили, то мы просто вот эту вот травочку вот так вот, кажется, расчищали и заходили в храм. И также выходили из храма. Вот такая здесь была ситуация. Для сестер, которые приходят вот в наш монастырь вот сейчас, конечно, сложности немножко в том, что у нас печное отопление везде, и мы сами практически пилим, колем дрова, значит, печки топим. Но, скажем, на сегодняшний день не каждый способен и готов, конечно, к такому труду, а это труд не маленький. Тяжелейший труд лег на плечи насельниц. Но как бы ни было трудно, возрождение пришло на эту святую землю. И в эти дни все, кому дорога обитель, помогают ей достойно встретить золотой юбилей – 555-летие Лавры преподобного Макария. Мы пригласили Святейшего Патриарха на это празднование. Патриарх дал согласие свое на приезд. Нам хотелось бы, конечно, его встретить достойно, как это достойно встречать, значит, таких людей. И поэтому мы прикладываем все усилия. Со всех концов России едут сюда люди поклониться мощам преподобного, к источнику, что не замерзает в лютую стужу и исцеляет от глазных болезней. Едут помочь обители. Одни саженцами, чтобы возродить вырубленный фруктовый сад, другие отстраивать разрушенные храмы. Всем добрым людям рады здесь. И 7 августа, в день юбилея, вновь запоют колокола над окрестностями, возвещая о главных ценностях России. Вновь Русь зажигает свои лампадки у огня русских святых.